На базе юридического факультета Ильхам Бөкейхан университета прошел региональный конкурс учебных судебных процессов по уголовным делам среди обучающихся 1-4 курсов юридических факультетов. Цель – повышение интереса студентов к профессии и повышение их статуса. Подробнее в сюжете. Видно, что на конкурс учебных судебных процессов по уголовным делам молодые люди пришли с тщательной подготовкой. Каждый из них выполнил свои задачи на высоком уровне. Конкурс проводила кафедра уголовно-правовых дисциплин. Основная цель конкурса по судебному процессу – ознакомление учащихся с навыками судебного процесса по изучаемым предметам, в том числе по предмету уголовного процесса. Участвуют суд, прокуратура, адвокат и уполномоченный по правам человека. Целью основной оценки является обеспечение объективности и конкурентоспособности процесса. Когда наши студенты устраиваются на работу, они должны идти туда, как обученные профессионалы. Поэтому я считаю, что для студентов отличным занятием будет использование этой практики при дуальном образовании. Им будет легче, когда они завтра пойдут на работу. В мероприятии приняли участие около 50 студентов 1-4 курсов юридических факультетов 4 вузов из разных регионов, профессорско-преподавательский состав и социальные партнеры. Для наблюдения и судейства соревнований были приглашены сотрудники правоохранительных органов нашего региона. Мы увидели, что уровень подготовки студентов очень высок, они обладают высокими знаниями. Также видно, что уровень образования преподавателей, обучающих студентов, очень высок. Необходимо проводить подобные конкурсы. Это поможет им в дальнейшем. Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности, формирование правосознания, воспитание у студентов уважения к законам Республики Казахстан. Мы тщательно готовились к конкурсу. Думаю, это будет полезно в будущем, в работе. Желаю молодым людям, которые будут участвовать в последующих конкурсах, приходить, участвовать и учиться. Готовились около 2 недель. Это было хорошо. Я студент университета имени Туралгырова. Сегодня мы пришли, чтобы принять участие в конкурсе, организованном университетом Алихана Бөкейхана. Хочу поблагодарить организаторов. Организаторы отмечают, что подобные образовательные процессы способствуют развитию профессиональных навыков студентов как теоретически, так и практически. Конкурс судебных процессов по уголовным делам проводится в университете Алихана Бөкейхана традиционно. Малика Мухтарова, Асель Айдар, Рустем Кайратулы, Ержан Макзумов, телеканал «Семей».